Привет, друзья! Я приехал на разгрузку в Walmart в Луизиане. Вот я уже зачекинился, мне дали тут бумажку с инструкциями, дали тут такие специальные наклейки на Walmart дают. Вот, я вам сейчас покажу процесс, как, что я делаю для того, чтобы разгрузиться в Walmart. Этот процесс не всегда одинаковый, то есть там, в большинстве случаев ты не отцепляешь трейлер от тягача, но на Walmart они там экстра-экстра типа безопасные, и поэтому просят постоянно отцеплять трейлер. Я вам сейчас это покажу, как это все выглядит, вот, чтобы было понятно, где находится самая грязная работа в тракинге. Приятного просмотра! Значит, прежде всего, одеваем перчаточки, чтобы руки не марать и, не дай бог, не повредить. Вот у нас есть, у меня тут еще замок я повесил. Есть сил, который нужно оторвать. Снимаем замок. Открываем наш трейлер. Проверяем, что груз не сдвинулся. Цепляем трейлер, в смысле двери, на цепочки. Бросаем сил в трейлер. Все. Дело закончено. Сейчас проверим, сразу залезу, проверю, чтобы там не было никаких проблем, сдвигов и так дальше. Что-то там немного вроде бы возможно сдвинулось. Но посмотрим, как это будет. Вот я приехал, какие-то супы привез там и так дальше. И все, и нужно будет теперь встать в эту дверь. Предварительно откроем наши пины на тандеме. Вот они заехали туда. Это для того, чтобы сдвинуть колеса, сдвинуть оси полностью в конец трейлера, чтобы им было легче разгружать. Для того, чтобы сдвинуть наш тандем, мы выключаем тормоза, снимаем с тягача, оставляем на трейлере тормоза включенными, ставим в передачу и потихонечку протягиваем вперед, пока не упремся. Все, выключаем тормоза, ставим реверс и подтягиваемся до самой двери потихонечку, не спеша, спешить не надо никуда, пока не упремся. Прямо там до миллиметров не нужно выравниваться. Но я обычно хожу, проверяю, чтобы я стоял ровненько в рамке. Ставим нашу резинку под колеса. Дальше открываем наш рычажок. Выдвигаем наши ноги трейлера. Теперь можем отстегнуть замок на пятом колесе. Вот так вот. Его можно вот там даже еще посмотреть.
протянуть, объехать. Буквально пару метров. Все, отцепились. Становим на тормоза и дальше нужно отнести бумажки. Несем документы в центральный офис приема. Вот так вот выглядит офис. Все, на этом наша работа тяжелая закончена. Кайфуем. Все, друзья, спустя 3 часа у нас бумажки готовы. Я уже написал репорт для компании. Ну, там такое, просто отчет по заправкам, откуда ехал, куда доехал и так дальше. Сейчас сделаем все то же самое с трейлером, только наоборот. Подключим тормоза, зацепим трейлер на трак, закроем двери и погнали. Так, будем цеплять трейлер обратно. Поставим на реверс. Тормоза выключим. Здесь есть такая волшебная кнопочка, которая опускает подушки на траке. Это делать не обязательно, но я делаю, чтобы проще было под трейлер заскочить траку. Все есть. Обратно цепляем электрокабель. Блокитный до блокитного. Здесь такие немножко подсохшая резинка, можно будет поменять ее. Тормоза есть. Обязательно проверяем замок. Здесь и вот там. Вот эта вот шпилька была на этом, на пине. Теперь можно приподнимать наш трейлер. В смысле, наши ноги. Рукоятку обязательно ставим в положении закрытом, чтобы она не болталась, нигде никому там ничего не било. Убираем наш резиновый стоп. Все, отъедем, сейчас шифтанем обратно оси, закроемся. И в путь. Кстати, обязательно нужно проверить давление в тормозах. Вроде бы не пропускает слишком сильно. Все, отъехали мы. Зацепились трейлером. Я вот поворотник включу, чтобы посмотреть, электрика работает. Вон там, может, вам не видно, мигает, короче. Все, вот так вот выглядит трейлер. Обязательно нужно проверять вот это лоудлаки, которые ставишь такие, эти вот, такие, короче, железки, чтобы не уезжал груз. Обязательно после разгрузки нужно проверять их наличие, потому что иногда они бывают, там, ну, забывают обратно их кинуть тебе в трейлер. Некоторые их там выставляют на улицу, чтобы, ну, чтобы работники склада вообще не видели их. Вот. Опа, короче. Вот такие побольше кусочки щепки от палетов обычно лучше выбирать, выгребать. Некоторые шиперы, им вообще все равно, но некоторые там просят часто даже заехать на мойку, повымывать трейлер полностью, потому что типа там у них специфические запросы по чистоте твоего трейлера. Ну, такие большие куски повыбирать, там мелочь уже можно или вымести, или оставить, оно в принципе никому особо не мешает. Все,
Вот приблизительно так выглядит разгрузка. Поеду за следующим грузом. Надеюсь, видео было информативное, вам понравилось. Поставьте лайк, колокольчик, подпишитесь. И я увижу вас на следующем видео. Пока!